Игра мести Синана утомляет всех. С помощью лжи о потере памяти Синан делает первые шаги в игре мести, последствия которой будут разрушительными для всех. Ситуация Синана снова ставит Хазима лицом к лицу с Йыгызом и Хазан. В то время как Йыгыз вынужден снова ранить Хазан ради своего брата, целью Синана является не только Хазан, но и Фазилет. Кратковременная неосторожность Хазима, подавленного давлением Керими, который хочет увидеть Синана, заставляет Йыгыза изо всех сил преследовать Керими. Пока Йыгыз шаг за шагом идет к большой истине, Фазилет, которой приходится подчиниться угрозе Синана, оказывается частью планов Синана, не подозревая, что он бросил ее дочь в огонь собственными руками. Несчастный случай с Синаном переворачивает всех с ног на голову. Ужасная авария Синана переворачивает семью Игемин с ног на голову. В то время как вся семья раздирается критическим состоянием Синана, пощечина Хазима Йыгызу на глазах у всех становится поворотным моментом как для отца, так и для сына и Хазан. Керими узнает об аварии и успевает добраться до больницы, создавая хаос. Снова противостояние Хазима и Фазилет из-за Керими завязывает новый узел великой тайны. Хотя шаг, предпринятый Хазан и Йыгыз в самый неожиданный момент, раскрывает некоторые тайны, страшное ожидание чревато новыми тайнами. Хазан полна решимости не уходить, Йыгыз полон решимости не говорить «стоп». Узнав о чувствах Хазан, Синан превращается в шальную мину, которая никогда не знает, где взорвется. Йыгызу и Хазан удается остановить свои сердца и попрощаться. Хазан полна решимости идти, Йыгыз полон решимости не говорить «стоп». В то время как неослабевающий гнев Синана становится опасным, реакция Хазима на Йыгыза, который беспокоится о своем сыне, становится для Йыгыза переломным моментом. Йыгыз прислушивается к своему сердцу и делает большой шаг навстречу Хазан. Прощальный день Хазан превращается в единственный день, когда для влюбленных отбрасываются запреты. С другой стороны, Идже, которая предпринимает действия по разводу, получает очень тяжелый удар от Ясина, который узнает тайну ее жизни. В то время как ситуация в отношениях обеих дочерей впервые выходит из-под контроля Фазилет, плохие новости от Синан переворачивают все с ног на голову. Круг сужается для Йыгыза и Хазан. Хотя Йыгыз и Хазан не знают, что делать под влиянием переживаемого ими момента, их равновесие полностью нарушается с приходом Синана. Поскольку эмоциональное давление на них возрастает, Хазан полна решимости похоронить свои чувства в сердце и оставить все позади. Пока Идже пыталась решить, какой шаг сделать на пути к разводу с предложением Хазима, внезапная смерть Шукрии полностью опустошила Ясина. В то время как Фазилет, охотящаяся за письмом Шукрии, сосредотачивает все свое внимание на фронте Идже и Ясина, она расстроена решением Хазана отправиться в Германию. В то время как Исин, который находит письмо своей матери, несмотря на все планы Фазилет, наконец сталкивается с реальностью своей жизни, реакция Фазилет, которая не может смириться с тем, что ее дочь уйдет из-за Йыгыза, создает замешательство. Круг для Йыгыза и Хазан сужается, когда Нил получает аудиозапись, на которой Хазан признается в своих чувствах. Пытаясь спастись друг от друга от давления на них и бури в сердце, влюбленные попадают в конфронтацию, которой не готовы. Хазан находится на пороге трудного решения. Шокирующие предложения руки и сердца Синана становятся бомбой, которая взрывается в сердцах Хазан и Йыгыза. Хазан, внезапно обнаружившая кольцо на своем пальце, выходит из-за стола с реакцией, которая шокирует Синан, но Фазилет не соглашается, чтобы Хазан сняла кольцо с ее пальца. Хазан, загнанная в угол угрозами Фазилет, беспомощна. В то время как Хазан и Йыгыз переживают эмоциональное опустошение, Идже и Исин, которые в конце концов поддались эмоциям, находятся в процессе принятия важного решения в своей жизни. В то время как стремление Синана и Хазан к браку снова ставит Идже лицом к лицу с ее матерью, чувства между Хазан и Йыгыз вызывают новый кризис между Хазымом и Идже. Хотя Фазилет считает, что она направила Хазан на свой путь, ситуация усложняется, когда Хазан расстается с Синаном, несмотря на все давление. Неспособность Синана смириться с разлукой предвещает грядущие большие события. В то время как Идже, застрявшая между любовью к Ясину и преданностью Хазиму, удивлена неожиданным шагом, предпринятым Хазимом, Исин сталкивается с самой большой истиной своей жизни самым болезненным образом. Столкнувшись с напряжением произошедшего, Хазан и Йыгыз переживают противостояние всей своей жизни.
Фазилет начинает брачную игру, ведя двойную игру с Синаном с одной стороны и Хазимом с другой, о чем Хазан даже не знает. Пока Синан в замешательстве и собирается принять решение, Хазан уже приняла решение и полна решимости покинуть Синан. Опасаясь, что его сыновья будут сражаться друг против друга из-за одной и той же девушки, Хазым, с одной стороны, борется с шантажом Ясимин, а с другой, нацеливается на Егиза, чтобы предотвратить то, что произойдет. Егизу будет нелегко противостоять своему отцу из-за Хазан. Психологическое давление, которое они испытывают, постепенно усиливает напряжение между Егизом и Хазан. С другой стороны, в то время как Исин сталкивается со своей матерью Иселин, Идже и Селин сталкиваются лицом к лицу в опасной ситуации. Хотя правда остается под прицелом, решение Синана застало врасплох и Егиза, и Хазан. Фазилет делает большой шаг, который создаст хаос, чтобы защитить интересы Хазан. В то время как рейд Фазилета оставляет Хазима и Синан в сложной ситуации, то, что произошло в схватке между Фазилетом и Керими, привлекает все внимание Хазима к Егизу и Хазан. Хоть Хазим и избавится от Керими своими методами, избавиться от павшего на него подозрения будет непросто. Хотя Хазан и Егиз избегают конфронтации друг с другом, буря внутри них не оставляет их позади. Чего они не знают, так это того, что они не одиноки, когда их втягивает в этот шторм. В то время как Хазан и Егиз изо всех сил стараются держаться подальше друг от друга, конфронтация Егиза с Синаном по поводу Нила – это следы грозы, которая разразится. В то время как Фазилет напугана преследованием Хазымом ее подозрений, ряды начинают смыкаться, поскольку Идже стоит за Хазан и Егиз. С другой стороны, Гёк-хан, обезумевший от злости из-за того, что не смог избавиться от Ясина и Ясимин, которые следят за его интригами в особняке, вот-вот столкнется с невероятными истинами, которые были скрыты от них в особняке. Самый суровый способ. В то время как Хазим испытывается реальностью, с которой он сталкивается, Фазилет делает большой шаг, чтобы создать хаос, чтобы защитить интересы Хазан. Фазилет делает большой шаг, который создаст хаос, чтобы защитить интересы Хазан. В то время как рейд Фазилета оставляет Хазима и Синана в сложной ситуации, то, что произошло в схватке между Фазилетом и Керими, привлекает все внимание Хазима к Егизу и Хазан. Хоть Хазим избавляется от Керими своими методами, избавиться от павшего на него подозрения будет непросто. Фазилет делает большой шаг, чтобы создать хаос, чтобы защитить интересы Хазан. В то время как рейд Фазилета оставляет Хазима и Синана в сложной ситуации, то, что произошло в схватке между Фазилетом и Керими, привлекает все внимание Хазима к Егизу и Хазан. Хоть Хазим и избавится от Керими своими методами, избавиться от павшего на него подозрения будет непросто. Хотя Хазан и Егиз избегают конфронтации друг с другом, буря внутри них не оставляет их позади.